Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Алексея с ником Indigo. Находится он в гильдии Eternal Polnish. Вроде так. Сейчас посмотрим. Да. Кидайте заявочки, вступайте. Босс 4 17:30, босс 5 17:00, атака 12:00, пропуск БГ Кик. Вот такие вот условия. Так, первые места. Места есть. Так, смотрим на аккаунт. Донат без донат. Немножко злорадствует. Немножко донат. Хорошо, поехали посмотрим, что у него по героям. Тут нам, конечно, сложно будет. Надо выбить ледяного феникса и командору. Да, все, это все, что надо на этом аккаунте. Это, конечно, весело будет. Окей. Эти самики пока оставим. В общем, 55 тысяч у нас на вот такого вот коллекционера. В принципе, должны что-то выбить. Поехали посмотрим его алтарь, что у него есть. Отлично, минус, отличный, ворожей, седна, буря. Ну, супер, неплохо, неплохо, мне нравится. Вот тут даже можно ремочку, в принципе, качать. На восьмерочку, тыковка топовая, ну, с таким донатиком герои отличные. Девятый пакт, девятая жила, супер. Хороший аккаунт. Ну, не знаю, зачем начал качать берс на Махатме, он там нафиг не нужен. Так вот, ребят. Давайте пооткрываем. Вот, видите, четвертый даже бог войны. Уже мега удача. Так. Хороший аккаунт. Вот зачем замедление, не знаю. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Ну что, поехали. Будем пробовать вытащить ледяного феникса. Let's go. Валентина. Ну, конечно, бы и командору неплохо было бы вытащить. Практически все герои есть. Поэтому будет это сложно сделать. Ну, постараемся. Так, бульдозер. Хорошо. Одер тоже, в принципе, неплохо. Смерть. Заклинательница. Ну, как-то так. Да, как-то сложно на донатных аккаунтах ролить. Но без донатов повеселей. Так, рандомчик. Ну, что-то мне вообще не нравится, как падает череп. Леди Лео. Фараон. Ну что это такое? Кенди. Жесть, ребят. Просто жесть. Когда у тебя все есть. Самое, вот сколько я говорю, лучше всего, если у вас донатные аккаунты, есть все герои. Не заморачиваться, просто тупо собирать осколками недостающих новых героев. Там день, два, три. Ну, если вы на других серверах, кроме русского, играете, можно это сделать. На русском надо немножко дольше, хотя у нас там через день вроде уже продавали осколки Феникса 100 штук. Поэтому, в принципе, это не проблема. Так, хорошо. Бугимен, ну блин. Буги тут, по-моему, есть. Да, буги там есть. С грубой силой. О чем я и говорю, что сложно. Так, что у нас? 30к мы уже отроллили. 12-15, вот так вот. Вот ледяной феникс. Ну и все, и до свидания, ледяной феникс. Даже не успел включиться, вот так вот. Вот как-то так, видите. Так, окей, поехали дальше.
это жесть, ребят. Ну, собрали, вот смотрите, за 30к, в принципе, мы собрали слизней 2 бугимена. Ну, блин, это реально жесть. Командора. Просто жесть. Да, конечно. Ну, Торник сожевай, конечно, это кайф. Так, ну чё, let's go. Призрачный всадник. Гаргул. Укротитель. Жесть. Кайфовый аккаунт, конечно, но, блин, честно скажу, я у себя бы, если бы я был на его месте, уже бы не ролил. Екатерина. Два бугимена вытащили. Там, где надо, они не падают. Честно скажу, не особо. Капитан Рогатка. Ну, блин, жесть. Герои, конечно, кайфовые падают, но, как видите... Влад Дракула. Да не, это Андриэл, по-моему. Вот так вот, 2 плюс 2 бугимена, в принципе, хороших героев, но, блин, они здесь нафиг не нужны. Вот самое обидное то, что они упали, ну а толку от них никакого. 55к он сролил, ну, собрали, конечно, все, но это новый талантик, но это, честно говоря, не особо радует. Так, поехали, пооткрываем, что там у него по плюшках. Так, ну давайте посмотрим хотя бы шансы карт. Жесть. Стрелок, вот даже так. Так, что тут у нас мешок, рунсет пятых. Ну давай. Бум. Каменка, ну такое себе. Коробочки. Блин, ну... Что мог, то сделал, не знаю. Посмотрим, что у него вообще к осколкам творится. А, у него, смотрите, еще один огник. Ну вот, ледяной феникс, командора. В принципе, он и так уже половину командоры собрал. Неплохой аккаунт. Ну, интересно посмотреть, давно ли он играет. И зависли мы. Все как обычно, супер, мне нравится. Ну давай. Видите, до чего будет донатные аккаунты. Так, обновить лаунчер, перезагрузить Android, окей. Поможет, не поможет, поможет, не поможет. Ладно, ну, в общем, такой вот, ребят, роллинг. Как видите, донатные аккаунты, я не знаю, последнее время, наверное, скорее всего, к счастью, не так им падает, как без донатами. Это реально радует, с одной стороны. С другой стороны, чем больше у вас героев, тем меньше шанс, что вы получите. И чем дальше, тем меньше шанс того, что вы получите нужную имбу. Поэтому не особо делайте ставку на роллинг. Можно получить
Итемы, плюшки, это да, ну, потратите кучу ресурсов, и уже давно можно все собрать осколками. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Я пошел перезагружать Нокс, потому что он подвис на этом аккаунте. Всем удачи, всем пока.